Певец и композитор Игорь Николаев продолжает находиться в больнице, на днях ему сделали операцию по коронарному шунтированию. Из реанимации его уже перевели в обычную палату и даже разрешили визиты родных. Между тем вскрылось, что же на самом деле произошли с Игорем Николаевым, что дело дошло аж до серьезной операции. В феврале Николаев уже лежал в кардиологии. Тогда ему устанавливали стенты. А сейчас композитор начал испытывать боли в сердце по новой. И сам обратился к врачам. Решили менять стенты на новое, но при обследовании обнаружили, что поражено несколько сосудов. И приняли решение о срочном проведении шунтирования. Об этом рассказали друзья Николаева. Артист продолжает находиться под наблюдением, теперь у него начался новый этап выздоровления. Он уже пришел в себя, уже шутит. Врачи говорят, что как минимум недели две Игорю еще лежать в больнице. Ну а концерты придется отменить на полгода точно. Сейчас будет реабилитация после операции, нужен отдых, сообщили друзья композитора сайту kp.ru.